пылинки и губкой при голубьях родится новый стих. Гончарные изделия использовал Емеля их, как в сказках кухни носятся. Возьми меня, все просятся, все гладкие, молочные, лощеные и сочные. К столу их подавай и чай всем наливай. И крикни мужу в окошко, налей буренки в ложку, себе в кондюшку чаю, садись, но ближе, с краю. В кувшины молоко сменить посуду так легко, и так приятно взгляду и рукам, живая глина здесь и там.